берем стаканчики, заранее вот подписываем их, получается 0,5 литра из-под пива. Одни делаем прорези, чтобы лишняя влага уходила. И уже подготовленный грунт просто набиваем в него. Я беру торф, добавляю немного кокоса, как бы дороговато чуть-чуть, но зато результат хороший. Корешки чувствуют себя хорошо, получается. Здесь немножко утрамбовываю, но не сильно. Оставляем место. Берем следующий стаканчик, таким же образом его набиваем. И уже туда наши будущие растюшки помещаем. Сверху будем уже вторым стаканчиком, получается, укрывать его. Так, начнем пересадку. Сорт Black Jam. Вот видите, корешок был заложен где-то 5-6 сантиметров. Из него уже один большой такой росточек пошел. Здесь вот почечка пошла поменьше. Вот, по идее, его прям так в стакан бы и посадить бы, но так как корней немного, я буду экономно все это делать. Сейчас я вот здесь вот просто отрежу и прям его таким же, в таком виде посажу уже. Попробую одной рукой все это сделать. Вот мы его взяли. Оставил я немножко корня, чтобы ему было чем питаться. А так можно даже вот его просто отломить. Вот видите, пяточку вот эту оставить и уже в грунт погрузить. И при достаточной влажности, свете, он хорошо прорастет. Делаем углубление небольшое. Туда его погружаем. Сверху мы его вот так вот прикроем. Вот. И уже поливать буду, наверное, может, через неделю, может быть, чуть меньше. Да, у верхнего стаканчика просто мы окантовку срезаем и уже ставим. Так, мы первые стаканчики крапивки рассадили. Верхние стаканы можно будет убирать уже тогда, когда здесь появятся белые первые корешочки. В это время уже можно стаканы убирать и уже просто поверху опрыскивать, ну, исходя уже из влажности грунта. Ну вот, как-то так. Всем удачи.